Новости Богородского района. Богородская43.ру. Лето для некоторых граждан – это море, отдых и развлечения. Но только не для рабочих котельных ООО «Стимул». Им нужно готовиться к новому отопительному сезону. На обслуживание у «Стимульцев» 4 котельных поселки Богородское. До 1 августа нужно проверить и частично заменить гидроизоляцию на теплотрассах, вырубить под ними кусты, на 3 котельных отремонтировать крыши, посмотреть и почистить газоходы, обслужить насосы, а главное подготовить все котлы и многое другое для бесперебойной работы в зимнее время. Первое, что мы делаем, автомойкой промываем котлы, затем скрываем, кирпичные котлы скрываем и начинаем чистить трубы. Чистим трубы, скрываем газоходы, чистим газоходы, меняем где запорную арматуру, устраняем все какие неполадки, готовим насосы. Сколько времени уходит на ремонт одной котельной? На ремонт одной котельной? Ну вот, допустим, вот на ДК мы сейчас уже неделю, мы еще только котлы не завершили еще чистку котлов. Еще ведем чистку котлов, еще только каменный, который кирпичный у нас котел, закрыли, но еще не все завершили.